Ну и погодка, сказали бы одни, а другие просто взяли да и вышли во двор, где веселая музыка приглашала к играм и развлечениям. Перетягивали канаты, ходили паровозиком, прыгали через скакалку и отгадывали загадки. Дети превращались в утят, а родители – в котят. Оценка детворы на происходящее были их эмоции. Взрослые, конечно, выражали свой восторг не так ярко, но от радости детей и сами получали удовлетворение. Я считаю, что это, конечно, здорово, и если это войдет в систему, то это будет замечательно. Руководство территориального отдела «Видное» Расторгуева совместно с депутатом решили в этот день отметить самых активных жителей, кто всегда помогает и участвует во всех важных начинаниях. Благодарственным письмом награждается Ерушова Елена Владимировна. Это холодную погоду, естественно, для согрева. И для чая, соответственно. Спасибо вам большое, здоровья вам. Одна из награжденных, Ольга Виноградова, уверена, что не за благодарности и подарки каждый из них отдает свободное время на пользу Расторгуеву. Важен результат, а сотрудничество с тироделом помогает решать вопросы. Но мы живем здесь, хочется все-таки, чтобы было и для детей все хорошо, и для нас тоже. Просим, помогают, очень даже хорошо помогают. Отопление вот просим, но сказали, ждите, осталось чуть-чуть. Немного осталось и до настоящих осенних холодов. И этот праздник, который помог устроить молодежный центр энергии и незаменимый в этих делах клоун Алекс, запомнится надолго всем его участникам. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.